Вот. Игнат Тихонович, сейчас меня видно? Да, вас хорошо видно. Я тут поделиться хотел. А? Исследование какое я сделал и к какому выводу пришел. Сегодня Господь открыл как будто. Вот. Сегодня же читалось у нас апостола о том, что, ну, когда апостол Павел, перед тем, как уже уйти в Иерусалим, где его там возьмут, он собрал пресвитеров, епископов, да, и сказал последнее им слово, что он их учил день и ночь, и что из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо. Вот. И я тут вспомнил, что лютые волки, вы говорили, бешеные, то есть которых только отстреливать остается, уже все, их не исправишь. Вот. И я зашел в интернет и посмотрел бешенство, что такое у людей бешенство. И там как бешенство проявляется у них. Четыре момента. Первое. Боязнь воды. Воду боятся. То есть они не крестят. Они воды боятся погружения. Второе. Боятся дуновения ветра. Ветер дует, и у них даже мысли об этом, если они у них страх вызывает. Прям написано в медицинском журнале это. То есть боятся действия Духа Святого, получается. Да. Третье. Боязнь света. Свет боятся. То есть свет евангельский, они его не могут, не воспринимают. И четвертое. Боязнь звука громкого. То есть проповедь боятся. Все четыре признака строго на духовное переходят. Удивительно. Это Господь вам открыл. Господь. Я постоянно об этом говорил. Люди, когда посылают как овец среди волков, просто волков. А тут лютые волки, лютые, бешеные, то есть они ненормальные. Да, вот эти попы, они ненормальные, они все попрали. Смотри, Островский еще наворачивает, еще Пархоменко бы захватили. Да. Вот я это сбросил. Прям ссылку и посмотрел, как так, четыре, и все сходятся. Удивительно просто. Вот так. И все правильно. Это надо где-то дальше сделать известным. Да, вот я сейчас... Ну вот это вот надо еще просто... Надо еще обдумать еще раз, и потом, да. Все на месте стоит. Тут думать не надо уже, ничего, все сказано. Все четыре признака, которые сходятся на тех, которые не крестят, которые с Украины понаехали. Вот они, делающие небрежно. Это как лютые волки. Эти попы такие. Да. Да. Вот. Ну, ладно, все. Я тут к истинному православию работаю. Каждый день, там, часов по 10. Ой-ой-ой. Так. У меня-то я, который вам-то скинул-то. Мне, наверное, скиньте. Потому я буду сейчас в обратном порядке брать по одной теме. Чтобы успеть пораньше закончить. Я с какой начал там и до конца дошел, а теперь у меня нет, я не пойму, куда я его дел-то. А, вы имеете в виду, и да сейчас я вам сброшу? Да, который тогда был-то. Сбросьте, я сразу начну завтра, которая предыдущая тема была, потом предыдущая, чтобы с Кондратюк нам где-то сойтись и все. Все, давайте, сейчас я прям сброшу вам. Ну да, а то мне искать там, я бы у вас нашел, раз я вам скидал, если не убрали. А сейчас я брошу свою папку, и она у вас появится сейчас. Сейчас могут новые люди еще какие-то подходить, тут узнаю там. Там смотрите, можно сделать открытых дверей на 16-е. Им просто охота приехать, посмотреть и говорить. А раз приедут, правила наши, мы будем заниматься и с ними. У нас время будет. Да. Ну, уже... Уже мы 20 человек-то можем принять? 20 человек с нами приедут. Ну да-да. Надо сделать, чтобы еще 20 пришли. Это 20, это уже строго на 2 недели. То есть они с нами приедут и с нами уедут. Да, я знаю это. Ну вот теперь давайте. Еще надо найти, которые просили. Я тут отказывал. Я отсылаю всех к вам. Вы лучше расскажете, что нужно, как. Ну вот это... Более... Там, наверное, придется молиться, наверное, придется на улице, потому что там все не влезут. Влезут. Мы в два ряда стоим. Понятно. И когда погода-то хорошая, мы на улице молились. Ну да. Такое дело-то. Сестры там приедут. Тут в этот раз обычно мужиков-то много приезжает, а сестер меньше. А в этот раз у нас 10 мужиков и 10 сестер.
Ну, вот так. Думаю, кто-то еще будет. Но больше места. Еще будут, там больше еще. Еще будут больше. Еще думаю. Которые с ребятишками, с ними говорите, выберите не одного ребенка, а несколько, если есть возможность. Только меня заранее оповестите, какой возраст. Мы отдельно можем дать даже им комнату отдельная. Но только чтобы вовремя были на молитве. Ну, как вот Тестов-то приезжал, этот Константин-то. И отношение хорошее. Ему жена тайно решила сделать, подарить все книги, выписали. Ну вот, смотрите, посмотрите, вот этот Никита Михайлов, помните, о котором я говорил? Да. Мы же, у которого жена там в «Единой России». Да-да. Вот я-то ему жестко так ответил тогда. И это хороший эффект произвело. Жена у него говорит, а ты что, говорит, думал, тут в игры играть собрался, что ли? Тут все серьезно, говорит. И они, в общем, задумались. И он мне уже звонил, он извинялся, во-первых, что к батюшке он вначале обратился. Он говорит, не подумайте, я, говорит, не хотел через голову прыгать. Как бы, вот. И ничего не получилось, батюшка-то сразу отпор дал. Да, да. И теперь он прям звонит и, ну, как бы так полностью как будто изменился. Ну, как бы я это... Вот как на внешне. Поставьте условия, скажи, с женой приезжайте, тут будем занятия вести, и можете оба получить крещение. Так вот, вы что сказали, я ему сказал, что на 7, если приезжать, то на 7 дней. То есть тогда можно, на 7 дней. А почему на 7? А вы сказали, на неделю, не меньше недели. А теперь, если с женой, так можно на полный срок с ними заниматься будут, они будут подготовлены к крещению. Сегодня мы не можем года держать, потому что... Все шатко такое, видишь, как лютует враг, прямо в гнездо залез. Да, вот нет, это... я имею в виду, что у них может не получиться на 7, а на меньше. Она там, я ее, в общем, я посмотрел в интернете, она там действительно, всякие ЗАГС-собрания, всякие законодательные, она такая, ну, она молодая на самом деле, но она, видно, что у нее такой внешний вид, видно, что ее прям готовят туда, высоко, прям видно. Да. У нее взгляд пускай такой... Одета без сережек, без покраски. И тут, скажи, можно на месте все решить. Хорошо. Мы вот составим себе, братский, тут какой совет, чтобы были сестры там на кухне. Все будем подготавливать. Ну, а то, что, смотрите, они венчаны, но в этом не, в ЗАГСе у них нету. Это для нас будет какое-то препятствие в этом или нет? Нет, для нас это не будет. Но у меня тоже долго не было государства. Но потом я почувствовал, если меня арестуют, ее не допустят. Я зарегистрировался, и тогда ее везде допускали. Ну это да. Но это вы как верующий, потому что можно так. А, да. А ему зачем прятаться-то? Не надо. Иначе даже ребенок будет или разведутся, и он все может забрать. Скажи, государственное в нашу пользу сделано, чтобы мы не бегали куда не надо. Угу. Лучше все в ЗАГС сходите. Еще время есть. Угу. Ну да. Ну да, мы можем проверить. А так-то никак. То ли они венчаны, то ли нет. Это с их слов. Ну, я сказал, я говорю, вы можете предоставить этот, этот свидетельство? Или что батюшка скажет? Он сказал, мы и свидетельство, и батюшка может подтвердить. И свидетельство есть, и батюшка подтвердить может. Сказал. Как батюшке-то мы не знаем, он еще даст справку им. Ну, он говорит, свидетельство есть. Ну, хорошо, с печатью, чтобы то мы лично не просим ничего. Вот так скажи им. Скажи, переговорили, мы решили, что можно допустить при условии, если вы приедете, ну, не неделю, а больше, побольше захватите. Потому что это курсы. Нам же надо проверить, и чтобы Господь пропустил. Потому что тут голосовать опять будем. Я же сегодня разговаривал, я говорил с Дыбуновым-то. Вы сказали ему, да? Я сказал. И он говорит, вот, как снимали меня счет, а так пусть скажут. Я говорю, а когда нам Евтихий запретил о русском языке говорить на 3 года? 3 года прошло, 25 марта пришло, мы никого не спрашивали. Сразу же по-русски стали считать библейское. Зачем, когда срок кончился? Эпитемия кончилась, уже не надо никаких доказательств. Ну и он замолк. Ну, это все обида из-за того, что недавленный. Ни в тюрьме, ни в монастыре, нигде не был. Особенно смиряет психушка. А мне пришлось несколько раз проходить это. Угу.
Да, вот это как, Игнат Тихонович, вот когда недавленный, как этот опыт получить без этого опыта? Ну, я говорил как, в году хотя бы избери неделю, чтобы спрятаться. Поставь с собой поганое ведро и с водой, ну и несколько сухаря два на день. И один будь там, закрой все. Чуть-чуть свету оставь, чтобы с тобой не разговаривали, не подходили. Ой, это моя, моя мечта, хотя слово мечта плохое, но это не получается. Это у католиков. Каждый священник обязан, я не знаю, сколько, неделю или что ли, быть одним. Приезжает там, где они, в Ватикане, и я прочитал про это полезно. Но главное, я это хотел сделать, у меня не получилось. Ни одной минуты нет свободной. Ну, за это время-то сколько сделано? Вот представь себе это печатать. Вот 4 тома, вот это я все печатал. Писал и печатал на бумагу. Да как только одно, а по другим-то моментам сколько всего. Поэтому, ну, ни одного дня нету свободного. Нету, я Бога благодарю. Я и без этого достиг. Я прошел эти трубы. И молчать Бог научил. И экономным быть. Сегодня две сестры. Сейчас посмотрю. Одна-то здесь, ну, маленько прикорнула. Они узнали, у меня анализы брали на неделе. Нехороший анализ показали. А я ничего не чувствую. И они решили меня поддержать. Договорились с сестрой, купили какую-то дорогую рыбу, чтобы наварить. Я говорю, не надо, пока не узнаю, сколько стоит, я в рот не возьму. Ну и вот такое дело. Видишь, как тут. Чуть-чуть узнают и стараются любыми силами как-то поддержать, что организм, ну, не тянет. Вот. А я же, кажется, на подножном корму делаю каждый день, сколько там беру ревень, лопух, одуванчики, крапива и лук, это вместе, все рублю, это ножом режу вдоль и поперек, а потом в кастрюле толкушкой толку, чтобы суп. Я на горы готовить супа-то у меня нету, я перешел на двухразовое питание и зелень. И, видимо, спотыкаться организм начал. Ну, Бог его знает. Ну, вот так вот. Как внимательны у нас люди какие, вот посмотри. И уже все договорились, и сегодня какого-то окуня купили морского. А я с кошками делю его еще. Я здоровый, боли никакой не чувствую. Аппетит хороший и сон хороший, все. Желудок главное-то. А я все съедаю, ну, помаленьку там, гречка из кислой капусты сварена и 4 картошки маленьких или 2 больших, или 2. И все. Без хлеба. Без хлеба уже сколько времени, недели, вторую, третью там я живу. Мне как раз. А пьете да. Что? А пью еще. Надо бывает компот сварит, а я отказываюсь. Батюшка привез бутылку. Она у меня еще была. Но сегодня одни пошли, одна была у нас, тут ушла в больницу, а я ту же бутылку им перекину, в больницу отнесите. У меня хватает что пить. И Господь так делает, что везде оказываюсь нужен. Вы воду с медом мешаете? Нету меда, я не беру без Володи, не мешаю. Мешал до этого, а как Володя уехал, я не стал. Вот пенсия какая мне положена, а тут еще добавили, что Володя за нами ухаживает, за месяц ему 1320 рублей. Представь себе. Ой-ой-ой. Ну, когда он приезжает, вот сколько мне есть, я, ну, сколько мы, 4 месяца, а Володя там 6 месяцев, я сразу пенсию 6 месяцев делю пополам, потому что у него ниоткуда ничего нигде нету. И нам хватает. Мы живем. Ну, у него сейчас стаж идет хотя бы. Там много баллов идет в пенсионный фонд, когда ты ухаживаешь за 1300, и стаж идет хороший. Нет, ему 1320 рублей. Да, и стаж, и там идет этот... Ну, стаж идет, ну да, должен стаж идти, идет. А то у него нигде не шел, стажа не было. Да, у меня жена сейчас тоже так. Жена, у меня же два старики прям с нами живут, и жена не работает. Она вот тоже на этом сидит. А, вот вы как знаете-то. Да. Она получает 2600 получает за каждого. А так за двумя не разрешают ухаживать. Можно. 2600. Нет, мы пробовали сделать, никак не сделали. Вот же,
Нет, у нас сделали. Ну, у вас, наверное, там в Татарстане по-другому. Нас сделали, да. Так, сколько не просили, говорим, за двоими ухаживать, нет. И это... чтобы не работал нигде. Да, и не работал, нет. Не знаю, у нас все прям легко прошло. Пришла а и вот все. В Италию ездил этот Гусейнов-то, Русик, и он там ухаживал. И этого достаточно, там много платят. А я знаю, со мной переписываются, в Израиль уехали, и они ребенка в коляске катают. Из-за него получают столько, что в семье никто не работает. Видишь, как отсталая страна, а мы богатые. До беспредела земли, и беднее нас редко кто живет. Да. И завтра в понедельник Ездра выходит уже на новое место работы. Ну, на новую должность. Но он ведет себя так, это, десятину все время присылает. Да, ну, да, благослов... ну это вот это, дай бог ему там. Вот если там он уже закрепится, то все, там, ему уже беспокоиться не надо будет, там, о зарплате, там, нормально там уже все. Ну, хорошо, что согласился, его надо поддерживать, он иногда малодушествует. Да, да, он стесняется еще, стесняется и хочет сам. Много чего сам, а сам не хватает знаний, опыта. Обращаться, он обращаться боится. Сам. Чтоб только не показать, что он что-то не может сам. Вот так все. Ну ладно, значит, доброй ночи вам. Мне спрос сейчас сразу, который я вам давал, кисну православию. Да, сейчас в папке Вячеслава, посмотрите, там оно будет сейчас лежать. Хорошо. Теперь, тут у нас, кажется, Екатерина снимала или нет? Что-то она снимала, кажется. Моя Екатерина? Да, ваша Екатерина. Вы имеете в виду фотографии или видео? Фотографии. А вот это все, что я вам сбросил, там это туда входило тоже. А-а-а. То, что вот мы выбирали там, и там это были все фотографии. Он набрал на 4 уже вклейки. Набрал. Сироткин-то. А у нас раз увеличится, сделаем 5-ю вклейку. Как в трехтомнике. И поэтому надо еще фотографии. Но я его запустил. В моем мире у меня 24 400. Я говорю, только они ужатые. А вы найдите такое, что можно было фотографии 6 или 4 на одну страницу. И они более ярко будут видеть-то. Не растягивайте их. Там какие-то пикселя, я не знаю. Это. Но если ужать, не ужать, а ну да. Потеснить. Ну, уже набрал хорошее. Да, да, уже очень хорошее. Да, сейчас. Ну все, Игнат Тихонович. Ну все. Доброй ночи вам. У вас сейчас ночь. Да, еще не ночь. Это ну сейчас будет скоро уже ночь, да. Да, ну скоро будет. Сейчас у нас 7 часов 38 минут. А интересно, что мы смотрели, мы думали, назад может на самолете лететь. И там получается, что мы вылетаем 8.40, а прилетаем в Казань 8.15. Но мы все равно, мы на поезде поедем все равно. Там денег. Да. Ну, в один-то вагон-то вам не дают или в один вагон дают? Дают. Мы в этот раз все прям в одном месте. Прям когда открылись билеты, сразу все закупили. И назад сейчас будем тоже покупать так. В пятницу откроется. Ну, с этим-то договаривайся. Скажи, разрешено, но только что подольше побыли. Подготовитесь, и с женой примите крещение. Все, да. Отошел. С Богом. С Богом.